Пока хоккеисты команды «Нефтехимик» находятся в отпуске, в Ледовом дворце кипит работа. Это уже не первая площадка, которая полностью готова принимать болельщиков. После всех проделанных работ холл здесь заметно преобразился. За этот промежуток времени выполнен достаточно большой объем работ. Выполнен ремонт кровли, выполнены покрасочные работы в фойе, в раздевалках, в коридорах. Это восстановительная комната для игроков. После косметического ремонта тут стало еще уютнее. Рядом раздевалка «Нефтехимика». Когда хоккеисты вернутся сюда с отпуска, то, наверное, с трудом ее узнают. После ремонта здесь многое изменилось. Обновили коврики, добавили символику клуба, наполненную патриотизмом. Преобразовался и выход на лед. Все эти новшества сделаны для того, чтобы поднять командный дух «Нефтехимика». А вот саму ледовую площадку большие перемены еще только ждут. В августе здесь начнут менять борта. Все в рамках регламента, установленного континентальной хоккейной лигой. Размеры будут скорректированы 60 в длину и 28 в ширину. Это позволит более плотно вести хоккей на площадке, а значит, должно быть больше единоборств, больше столкновений и больше бросков, поворотов, больше атак. Поэтому зрелищность, мне кажется, должна улучшиться. А пока до августа есть еще целый месяц, здесь, в Ледовом дворце, будут заниматься дети лагеря «Олимпиец». И это еще не все. Сегодня любой желающий может прийти в Ледовый дворец, взять коньки, вот так спрятаться от палящего солнца и просто весело провести время. Расписание проката можно посмотреть на сайте спортивного клуба «Нефтехимик». Гузель Мифтахова, Лейсан Саитова, телеканал «Нефтехим».